Совещание по вопросам социально-экономического развития прошло сегодня в Кремле. Председательствовал полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он обсудил с губернатором Глебом Никитиным реализацию в области главных национальных проектов. Сейчас наш регион участвует в 52 нацпроектах, общая сумма финансирования которых 180 миллиардов рублей. Находится на передовых позициях. Нижегородская область, очень важный показатель, это вот касательно бедности, самый низкий, второй среди всех регионов Приволжского федерального округа показатель. И также внушает оптимизм то, что хорошие показатели по росту жилищного строительства, которые, в общем-то, практически не росли в прошлый год. И здесь мы видим определенный рост, так же как рост и хорошие тенденции по созданию высокотехнологичных рабочих мест, показатели экспорта, промышленного производства находятся. Те базовые показатели, которые мы понимаем, что в перспективе обеспечат рост доходов и жизни людей. Сейчас мы оказались, как я уже неоднократно говорил, по объему мероприятий и ресурсов в числе регионов-лидеров в стране. Конечно, основные ресурсы приходятся на 2020-2021 следующие годы. И, конечно, там более масштабные изменения нижегородцы, особенно конкретно участвующие в проекте, увидят в эти периоды.